I never knew birds could dance that well. Oh yes, indeed they do. Shabda, do you remember the first time you met a patient? Oh yes, the trouble I went through. Well, let's see how these two students meet their first patient. Studenti klinike. Здравствуйте. Вы? Вопрос. Вы? Ответ? Хорошо, давайте. Как вас зовут? Меня зовут Сергей Александрович. Hey, do you have a pen? Pen? Как вас? Иди сюда. О, но! Пожалуйста, карандаш, иди сюда. Карандаш куда? Пожалуйста, ваш карандаш, иди сюда. Ручку хотите? Да-да-да. Пожалуйста. Спасибо. Сколько вам лет? 57. 75. Что проблема? А, что меня беспокоит? Да. Я давно, там, месяц назад сердце болело, но поспал в больнице, а там обследование все делали, анализы сдавали, ну, сказали, ничего не нашли, опять болело, но все поступали, еще раз делали обследование, ну, еще ничего не сказали. Следующий вопрос. Почему вы в больнице? Вот я сказал, ну, болело сердце, но вчера вызывал скорую, вот здесь. Хорошо. Что вас беспокоит? Меня ничего беспокоит. Я здоровый человек. Хорошо. А у вас голова болит? Живот болит? Да, сегодня? Ну, здесь болел, ну, сейчас здесь болит, ну, придется туда и сюда болеть, да. Это болит или болит? Да, вот здесь болит, сейчас уже здесь придется, да. Хорошо. Это болит или болит? Болит. Хорошо. У вас горло болит есть? Голова болит. Но не болело, но сейчас уже начинает болеть. Asking if he has diabetes. Diabetes. I don't know how to ask. You ask me. How to ask me? Сахар? Yes. Сколько? Вот, посмотрите. Айо, нет. Сахар. А, сахар не тебе? Да. Нет. Хорошо. А, вы курица? Курица. Что? Вы курица? А, кури. Я не кури. 40 лет курил, но я вообще не кури. He is so good. He has never smoked. Алкоголь пьете? Да, пью чуть-чуть. Сколько? Один стакан в день. Окей. Можно сердце? Сердце? А, хотите слушать сердце? Давайте.
Ну что, судит? Нет, нет. А, нормально, нормально. А, хорошо, ребята, меня должно идти, второй завтрак у меня. I have to go to завтрак, I will go. Now you can speak English. No, you don't. No, wait.